Мой аквариум. Растение лисимахия. В основном. И здесь это вот как он выглядит сверху. Это немножко открыто. Покровные стекла сдвинуты. Там можно разглядеть перспективу, некую перспективу. Кто-то там вроде как плавает. Кстати, по фокусу там никого нет. Вот такая здесь температура. Обычный бытовой термометр работает лучше, чем специальные аквариумные, в основном произведенные в Китае.